улица Елена, город Шадринск. Андрей Усачев, русский дом. Россия подобна огромной квартире. Четыре окна в ней и двери четыре. На север, на запад, на юг, на восток. Над нею небесный висит потолок. Роскошный ковер устилает в квартире полы на Таймыре и в Анадыре. И солнце горит в миллиард киловатт, поскольку местами наш дом темноват. И как положено каждой квартире, имеется в ней кладовая Сибири. Хранится там ягод различных запас, и рыба, и мясо, и уголь, и газ. А рядом с курилкой, курильской грядой, находятся краны с горячей водой. У сопки ключевской клокочут ключи. Пойди и горячую воду включи. Еще есть в квартире три классные ванны. Северный, Тихий и Атлантический океаны. И мощная печка системы Кузбасс, что греет зимой у холодной нас. А вот холодильник с названием «Арктика». Прекрасно работает в нем автоматика. И справа от древних кремлевских часов идут еще 7 часовых поясов. Все есть в русском доме для жизни удобной, но нет порядка в квартире огромной. Тут вспыхнет пожар, там труба потекла, то громко соседи стучат из угла, то стены трещат, то посыпалась краска. Лет 200 назад отвалилась Аляска, поехала крыша, пропал горизонт. Опять перестройка и снова ремонт. Что строят, строители сами не знают. Сначала построят, а после сломают. Всем хочется сразу построили что? Избу, чум, ярангу, дворец, небоскреб. Мы все в нашем доме соседи и жители. Простые жильцы, правдомы, строители. И что мы построим теперь на Руси? Об этом ты папу и маму спрашиваешь.